Осторожно, сейчас укусит. Ой-ой-ой, что ты делаешь? Обещайте моим зрителям, что меня не укусит. Обещаю. Здравствуйте. Привет. Проходите. Так, можно поставить его сюда. Ее. Сюда. Знакомьтесь, это Умора. Страшное сырое существо. Нашла в Инстаграме, увидела, влюбилась, подумала, ну ладно, меня уже кусали, я уже ничего не боюсь, решила взять соболя. Какая прелесть, я не знаю. Мне почти не страшно. Я просто вспоминаю сразу, как меня кусала лиса. Мне за пальчик укусили. Как на меня медведь набросился. Ну ты чё, я сейчас... Было весело. Мы уже пообщались немного в Инстаграме, меня уже обо всем предупредили. Сейчас посмотрим, как будет в реальности. Единственное, за руками следи, потому что никуда их не прячь, ни под ноги, ни вот так. Желательно на уровне груди где-нибудь держи. А для чего мы это делаем? Чтобы она не укусила. Чтобы она не укусила. Почему мне страшно? Привет, малыш. Сколько ей? Ей 3,5 года где-то. Я ее выкупила со зверофермы, где их забивают на шубы. Да. И пошла-поехала. Вот только последний год с ней стало комфортно жить. До этого она, конечно, вообще жесть что творила. Она и меня грызла, всех на свете грызла. Это постоянно руки были разодраны, пальцы покусаны. Сейчас она стала такой более-менее нормальной. Она на что-нибудь откликается? Нет, только на кличку. И на «на». На! Все. На! Пошла. Такая красивая, я не могу. И деловая. Вот и когда приводишь кого-то домой, ты так забьются, что-то там. Не, она быстро, она себя как дома везде чувствует вообще. Ей максимально комфортно. Ой-ой-ой-ой. Нормально, нормально. Не до крови? Не-не-не-не. В общем, даже без рыка просто такая схватила. Так? Да-да-да-да. Ну, кстати, отдать должное Стичу. Он меня до крови укусил. Ау! Вместе с рукой! Из каких побуждений заводится вот это животное? Дома живете, да? Да, конечно, она живет дома, у нее свой балкон, своя комната, все в ее распоряжении. Изначально я хотела какое-то маленькое такое пушистое, красивое животное. Я про нее прочитала, вот про соболей в целом, что они идеальные питомцы для дома, они не пахнут, ну вот это единственная правда. Нет, ума, нельзя. Я увидела, у нее еще глаза, они такие не черные, а как будто бы катаракта на них, так они отдают голубым каким-то оттенком. Вот этот голубой оттенок именно идет тогда, когда она готова кинуться. Ну, а сейчас время на перекус. В Макдональдс появилось новое сезонное меню, которое называется «Альпийская неделя». Попробуем? Давай мы просто испаримся в ночи. Но это и еще не все. Да уж, тут вам не Альпы, а вот в Макдональдс Альпы. Три наивкуснейшие позиции. Монблан бургер с сырной котлетой, моя личная слабость, с говядиной или с курицей. Капучино кленовый пекан особенно порадует тех, кто любит пробовать что-то новое. Тирольский картофель Макфлейвор Фрайс, лично мой выбор с деревенской картошкой. Так что скорее за новинками, ссылка в описании. Хорошо, у вас большой Инстаграм. Как? Как он появился? Как? Откуда синяя галочка? Ну, про нее очень много публиковали, потому что, считай, она одна из первых таких публичных соболей, скажем так, в живом виде. И про нее зарубежные СМИ писали, потому что иностранцы вообще не знают, кто это, что это. А с кошечками как у них взаимодействие, вы говорили? Она что? Обожает котов, я не знаю почему, коты ее не любят, они ее всегда обижают, рычат, то есть она никому не позволяет с собой плохо обращаться. Ага. Она всегда может дать сдачу, ну, то есть она на собак кидается, у меня собака пару килограмм, она ее боится очень сильно, собака все. А котиков она вообще никогда не обидит, она с ними играет постоянно. Сейчас я принесу одного котика, посмотрим, я буду держать ее на ручках. Я решила взять Юту, она у нас более спокойная кошка. Так, я села. Осторожно, сейчас укусит. Точно не нападет на кошечку? Нет, кошку она не видит. Мне страшно за кошку. Я реально вспотела сейчас. У меня реально прям потоотделение усилилось. А я в порядке буду, если я кошку держу? Ты нет. Соболи такие подленькие, они всегда нападают из-под тишка где-нибудь сбоку или со спины. Хозяйка мазохистка, я отвечаю просто. Не, меня она не трогает, меня она признает плюс-минус авторитетом. Ну, клыки — это что-то. А в дикой среде какие-то соболи живут? Одиночки. Одиночки? Ну, видно сразу. А питаются чем? Все, что найдут, все съедят. Ну, корм кошачий не трогали.
У нас сердечко есть. Привет. Хочешь котика пообщаться? Типичная реакция котика. Она тебе валентинку принесла. Такая себе валентинка. Блин, вот сейчас Амора такая милая, говорит, ну котик, я хочу с тобой дружить. Да, это такая ее большая боль, с ней ни один котик не хочет дружить. Людочка, хочешь, я Дуню приведу на смену тебе? Кошка? Да. Господи, у тебя голова как будто на 360 поворачивается. Она как стоит вообще? Внимание, она лежит? Она такая, да, лежит. Серег, ты помнишь когда-нибудь, чтобы я так боялась? Спасибо. Никогда. Попробовать украсть сердечко, чтобы она на нас не психовала. Тихо, тихо, все, все, я не трогала его. На. Одна дурака, на четыре. Я пойду его унесу, да. А вас оставлю. Наедине. А тут уже котик сидит какой-то. А, да, это котик. Ой-ой-ой, вот это плохо. Тихо-тихо, стоять. Хватай кота. Пожалуйста, только умоляю, не урони не он. Он не зафиксирован. Братан, братан, умоляю. Сестра, сестра. Что, как она? Что происходит вообще? Кошка вообще вибрирует, как только может. Я ради тебя встану. Нет, не встану. Ему встанет. А ты можешь залезть повыше, чтобы ты долго потом спускалась? Как тебе идея? Правильно, давай. Давай еще чуть выше залезь, и я пойду. Кактус, прям в кактус, дубина. Кактус, кактус. Жалко, что ли? Нет, жалко нос. Новый вырастет. Ну, все, в принципе, друзья, вот как вам выпуск. Можете ставить лайки, подписываться на канал. Я клянусь, у меня все мокрое. Хозяйка стоит, ржет, говорит, ха-ха, я через это все прошла. Мне да, хорошо, мне весело. О нет, о нет, о нет, что ты делаешь? Я не думала, что настолько... Она ищет деньги. Нету там денег. Да, да. Нельзя. Цветочек. Нельзя. Опа, опа, ага, ага. Так, осторожно, не опрокинь, я там вода. Угу, молодец, очень аккуратно. Попался. Супер. На, на. Христос воскрес. Герой! Вы заметили, как мы переместились с Серегой местами? Теперь он на кровати, а я стою и пытаюсь шевелиться и не подавать никаких признаков жизни. Можно попробовать, она команду знает даже. Аборт? Да иди ты. Спас, она и без команды знает. Ума, вверх. Молодец, хороший котик. Лежать, лежать, лежать. Ай, хороший. Я сейчас в шоке. А ее вообще можно оставить без внимания? Ну, то есть... Да, если комната подготовлена, то есть вот здесь очень много вещей, если ее оставить хотя бы на час, все будет на полу, естественно, валяться. У меня дома полный минимализм, все полки пустые, ничего, никаких лишних деталей, звучит, все закрыто. Звучит грустновато немного. Ну, если хочешь, я могу приподнять тебя сняла. Могу опустить? Не, если ничего не произойдет. Все, Маш, можешь гладить. Посмотри на это просто двигается подушка целиком. Что тебе надо у меня дома? Май, уйди атакуй. Я не пойду атаковать. Иди гладь. Да в смысле гладь? Руками, в смысле. Я ха-ха-ха-ха. Ты смешной. Брысь! Тихо-тихо, тихо. Священное место Сереги. Опачки. Так, у меня есть идея. Ты что-нибудь будешь делать, нет? Да, я пойду на кухню, вы тут развлекайтесь. A few moments later. Ты еще ничего не сделала, кошка уже шипит. А она такая, ну что я тебе сделал? Ничего, если сяду на коленочки. А, спасибо. Пробуй, там как повезет. Все, я думаю, вы познакомились. Я думаю, Капа бы подружил. Кошки же чувствуют это, злых духов. Демон. А если выпустить, кто победит? Я боюсь отсюда. Сперва животные будут драться, а потом мы с хозяйкой будем драться. Ты отпустила свою кошку. Ты же знала, как это закончится. Ты знаешь, сколько стоит соболь? Сколько стоит соболь? 15 000. Ну, кстати, если что. Плюс сверху десятку за моральный ущерб. Нормально. Маша Маева со своей кошкой убили соболя. А если наоборот? Не знаю, но лучше я отпущу кошку, а то мне сейчас скажут, что я это жестокое обращение с животными. How dare you? Пойдем, пойдем веселиться. Не-не-не, все хорошо. Опа, все. Нет. Привет, братан. Сестра. Да что ж такое-то? Опа, 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 опа.
Опа, опа, опа. Да, вот она здесь сейчас. Вот она. Идиот. Ты дурак. Ну я понимаю, что дурак, да. Так, у нас тут улитки. Улитки под угрозой. На. Нет. Что ты убираешь? Что, она не захотела. Если бы захотела, она бы сразу взяла. Ну, конечно, может, она захотела. Не распробовала. Да? На! Блядь, спроси улитку. Спроси твоих улиток. Нормально все с ней? Биба и Боба будут в порядке, не переживай. На! Я смелый человек. На! А зачем? Хитать на пол? Абракадабра, исчезни. Стань милой. О-о-о-о-о-о-о. Норка. О, братишка. Ты же одно семейство. Брат, что с тобой сделали? Я вот пытаюсь помнить, с кем мне было еще так страшно. Ни с кем. Нет, нет. А зачем она это делает? Ну, чтобы обозначить, что она здесь главная. Мы все поняли. Я как на квесте себя чувствую. Где она? Все нормально. Все хорошо. Можно еще тапки снять. Ой-ой. Помогите. Что такая капелька пота. Я клянусь, мне тапки выжимать потом надо будет. Это чак-чак не тебе. Почему? Ты ее напугала. Знаешь, это взаимно. Ну, это чак-чак. А что там? Чак-чак. А, ну сладенькая она любит. Да? Обожаю. Так, супер, вот как раз мы ко всему сладенькому. Масло нормально, да, хавать? Ну что? Да и ладно, ладно, я просто... Я тут постою. Я постою тут, я открываю рот. О, у нас есть этот сушеный черви. Черви. Не знаю, кстати, я ни разу не пробовала. Можно попробовать открыть. Да возьми ты так, Маша. Ну возьми. На. Интересно. Мама! Какая прикольная. Она коптил стык. На, поставь их коробку. Они просто очень пахнут, но на вкус они могут просто не зайти. У нас есть еще другие червы. Хочешь других червей? Давай на. Если она сейчас это перевернет, я не переживу. Блин, по-моему, крошки ей больше заходят. Ну погладь, Маш. Да куда? Серега, я тебе заплачу $500, если ты ее погладишь. Я за деньги не ведусь. Даша, я тебе заплачу 50 рублей, если ты погладишь. Давай отпасать твои цветы, им сейчас хана. А, да. Даша набралась смелости. Эй, уходи. Улиточки прям зашли. Ой. Даша, ты реально герой. Нос не прищеми. Ага. Появилась в этой жизни. Да может ей не дают. Набери контейнер и беги. Я это и хочу сделать. Интересно, слышно было, как она зарычала? Не знаю, я думаю, что нет. Мы ее слишком громко сдашили. О, вот. Вот этот момент был. Здравствуйте. Ну, типа, это не тигр, он тебя не разорвет так сильно. Что-то. Знаешь, ой, с тигром было спокойнее. Ой, кусает. Вкусно? Человеченка. Вообще, если убрать улиток из контейнера, поставить контейнер, она залезет в контейнер, тогда я смогу ее поймать. Залезай. Смотри. Опа. Что там? Чувствую подвох. Почему его вернули? Тебе не обмануть меня. Что это было? Смотри. Не, нельзя кусать, ты чего, зайчик? Только очень такие плавные движения, потому что она испугается. Вот так выглядит прирученный соболь. Можешь по попе потрогать чуть-чуть. Кстати, не знаю, почему из них шубы делают. Не такая вообще приятная шерсть. Хочешь погладить, Даша? Иди сюда. Не, не за лапку, за попу, за спину. За лапки она забоится. Успокоилась, ты моя хорошая. Да, тебя тут все боятся. Зайчик. Так вот сделай, что это ваша рука. Видите, я же говорю, что я не трусиха. Вообще она обычно лицо облизывает, но сейчас она, да, вряд ли это будет делать. Не кусала за лицо? За лицо она меня кусала, когда я пела. Она не любит, чтобы я пела. Могу спеть. Не, она не кинется на тебя. О, давай маслом помажем тебе лицо, она тебя ближе облизывает. Если медом помазать, она реально не укусит. Обещайте моим зрителям, что меня не укусят. Обещаю. Только потише чуть-чуть, а то она нервничает от любых резких звуков. Это наркотик. Нормально? Они стебутся надо мной или что? Смотри. Я сейчас пережила такое. Все? Ты добрый соболь уже у меня? Я с руки. Мне так страшно. Надо слезать. А укусить? Не надо. В конце.
Ой, будь здорова. Тебя запершила. Ну, будь здорова. О, какие когти острые. Кто там? Страшно, да? На нос совсем опасно мазать? Тебе на нос? Да, да. Не опасно. Так, давайте на нос, что? Гуляем. Если что, ринопластику сделаем. Почти как взрослый. Ну, на еще. На. Ну, чтобы за серьгу не схватил. О, кстати, да. Потом уже об этом подумаю. Я просто недавно только с ней хожу, как бы. В принципе, было великолепное знакомство. Я считаю, что это достойно лайка. Тараканы не так страшнее, как на полном блокауте были. Все, зайчик. Пока, малышок. Смотри, Фень, кто это? Это кошачий. Собачий. Это родственник. Поэтому и не любят. Фень, это вот собака. Я ухожу. На, держи, пока он не отнял. Погладим себя по головке. Вы меня должны поддержать. Знаете, зачем? Потому что, мне кажется, это был самый такой выпуск из разряда «Я не трус, но я боюсь». В общем, друзья, Инстаграм Уморы и Инстаграм мой в описании. Если вы хотите ближе познакомиться, переходите. Вот все ставки, которые вы видели, это из ее Инстаграма. Скажите мне спасибо, поставьте лайк и следите за следующими выпусками. Они будут через месяц. Yeah.